Итак, ребят, всех приветствую. Продолжаем легкое прохождение. Значит, смотрите, сам себе напомню. Пушка у меня плюс 6. По обкачке 26, 24, 20. Так. Значит, смотрите, я решил, чтобы уже точно поняли, что все очень просто. Вот у нас пушка плюс 6. Мы с вами еще даже Рома не убили. Мы даже в теней не убили. Это босс довольно-таки трудный, но можно еще дальше пушку прокачать до плюс 8, не убивая теней. Если у вас, конечно, версия у вас должна быть расширенная. Так, смотрим, куда нам надо сбегать. Вот, покинутый замок Кёнхёрст. Там мы сможем найти 3 этих кровавика, которые нам нужны. И будет же пушка плюс 7, даже не убивая босса этой локации. Значит, сейчас я вам покажу, где эти кровавики лежат. Плюс мы тут найдем офигенный камешек, ребят. Офигенный камешек мы тут найдем. Ну, по крайней мере, очень достойный камешек. Вон он, кстати, лежит, камешек этот. Так, сейчас посмотрим, как туда нам спуститься. Тут ничего нет. Я уже не помню. Сейчас мы спустимся туда, да и все. Да мы сейчас только заберем камешек. Ребят, тут драться не советую ни с кем, потому что, ну, довольно-таки серьезные монстры здесь. Сейчас только главное мне, бля, не умереть. Потому что они твари хитрые. Я же сказал, что сейчас могу умереть. Нормально, не умер. Самое главное. Камешек взяли? Взяли. Так, что тут за ништяк? Это никчемные вещи. Тут лучше больше тут ничего нет, ребят. Можете вообще на остальное забить. Насколько я помню, тут нету ничего ценного. Потому что эти ребята, конечно, на этом этапе игры нас долбанут конкретно. Тут сейчас просто все соберу, ребят, даже бить не буду. Если хотите качаться, то можете тут еще и побить. А, ну, кстати, вот эти есть сундуки, я сейчас соберу по-любому. Сундуков мы все возьмем, конечно же. Но с этими не обязательно драться. Они легкие довольно-таки, при моей обкачке уже сейчас довольно-таки легко их будет убить, я думаю. Хотя не, гляньте. Фига себе. Не будем драться, ребят. Мы сейчас возьмем то, что нам надо, и все, и убежим отсюда. Вот один кровавик. Нам нужно вот таких 3 кровавика. То есть один нашли, 2. И уже пушка будет плюс. А тут есть, в этой локации это есть. Сейчас я вам покажу. Так, тут ничего нет. Сюда. Так, тут вас подставить хотят, ребята. Видите, что творят? Надо. Так, не помню, где тут что еще есть. Вот тут сундук, да? Тут сейчас будет чел, который... А, нет, не тут. Тут сейчас еще один кровавик найдем. Тут лучше вот так пробежать. Наверх. Вот еще один кровавик. Еще один осталось найти. Вот этого, ребят, сразу советую вам вот так выстрелить обязательно и убежать от него, потому что лучше прицел отключить. Я зря не отключил, потому что он может убить, он буквально, эти рапирщики, они спамят конкретно. Так, здесь, что я советую здесь взять? Там броня. Сейчас по-быстрому попробуем ее забрать, эту броньку.
Все, и драпайте отсюда. Если они сейчас будут орать. Не надо больше ничего здесь. Так. Сокращенный путь. Так. Вот, гад, это он попал у меня с ножичка. А, кстати, там тоже что-то есть, насколько я помню, да? Ага, шиш, зря только сюда пошел. Так, тут не помню, блин, что-то есть, нет. Ой-ой-ой-ой, очень опасный этот дядька. Очень опасный. А-а-а! Побойтесь бога, твари. Вот он, третий, все. И оружие еще переключил. И драпаем быстренько отсюда. Ребят, только собираем сундуки, больше ничего не собираем. Все с сундуков соберем. Больше нам, в принципе, тут ничего не надо. Может, сам где-то что-то пропущу. У них бошек нет. Так, я что-то забыл, куда бежать. Это я сюда забежал, подождите-ка. А, мне сюда не надо. Это просто вот сюда надо. Так, сразу вот тут ништяк заберем. Вот он, ништяк. И сразу можете вот так вот, сразу можете, сразу. Как только вы ништяк взяли, можете сразу бить. Он прыгает только тогда вниз, когда вы ништяк взяли. Так. Вот тут вот рычажок. В принципе, мы уже все, взяли кровавики. Просто я уже пробегу до босса. Там соберу. Еще, кстати, тут можно, кажется, взять кровавик. Еще, кажется, можно взять один кровавик или два. Это большой плюс. Тогда мы до плюс 8 сможем сделать пушку до теней Ярнема. Так, сейчас я покажу, где еще один кровавик. О, брюлик, кстати, неплохой тоже. Но он, правда, нам не нужен. Вот тут вот еще будет черепашка, насколько я помню. И в ней будет еще один или два кровавика. Вон она. Ой-ой-ой. Сейчас посмотрим. Кажется, в ней должны быть кровавики. Да, два кровавика. То, что нам надо, ребят. То, что нам надо. Ну и, в принципе, все. Тут больше уже ничего нет. То есть мы пробежали. Сейчас до босса бежим. Сокращенный путь тоже открыли. То есть, когда мы пойдем у босса убивать. Да, ничего нет, да?
Босс нас вот тут, ребят. А, кстати, тут еще ништяк один лежит. Давайте его тоже заберем. Тоже не будем драться ни с кем. Вот он, ништяк лежит. Последний. Можем и босса сейчас убить, но я хочу вам показать, как его быстро убивать, поэтому пока мы сейчас апгрейдим пушку. Ну, это дополнительная локация, блин, в принципе, не знаю, есть ли она на простом Bloodborne. Может и есть, ребят, честно скажу вам. Ну, то есть, без DLS-ов. Может, эта локация даже и есть, я не буду сказать. Ну, не могу сказать. В любом случае, у нас есть такая возможность прокачаться. Мы прокачаемся. Смотрите, дальше, если идете, там босс. Поэтому мы с вами делаем вот так. Это плюс 7 сейчас пушка будет. Надо гранаток подкупить, кстати. Маловато у меня гранаток. Они не помешают. Плюс 7. И еще нам надо 3. Я знаю, куда сходить, где еще 3 мы найдем. И поэтому у нас будет пушка плюс 8 до. Так, и плюс у нас кровавики будут. Крутейшие. Вот смотрите, сразу 97. Так. И тут мы заменим 105. 105. И вот тут мы можем вставить вот этот кровалик. Рост оттенка крови. Я, честно говоря, не знаю, что он дает. Ну, поставим этот, пускай будет. Так. Сейчас мы с вами... Что там у нас? Сколько таких у меня? 9-7 наличие. Уже первые кровавики появились у нас с вами. Ну, тут ничего у нас нет. Так, звук у меня там 20. Ладно. Потом купим. Так, гранатки. Да я всего лишь могу. Ну, ладно. Черт с ним. 4 будет, хватит нам. Значит, смотрите. Плюс 7 пушка, так? Еще. Так, еще. Запретный лес мы еще и не изучали с вами. Последняя подземная тюрьма, подземная тюрьма, старая заброшенная мастерская. Элекционный корпус. И еще вот здесь, ребят, мы можем найти кровавики. Тоже не убивая медалу, то есть это еще одна ДЛС-ка. Тут тоже пробежавшись, но оно, конечно, более дебильное сейчас. Главное, чтобы у меня вот эти есть. Есть у нас таблеточки. Тут я, правда, локацию плохо помню, вот эту, ребят, очень плохо помню. Я помню, что тут НКС, который надо побазарить. Это он нас как бы спас, типа, от Армидала. Он спас, и он нас подставит, да? Ну, давайте по-быстрому, я тут тоже все соберу. Честно, я плохо помню, конечно. А тут эту локацию. То, что я, блин, бегаю в основном, а не процент, а у босса с ним бегаю. Ну, тут, в принципе, наверное, ничего толкового не будет лежать. Так скажем, ключку. Вот, падла, это же специально. А что это? Нифига себе. Ну, давай совесть поимей, блядь, братыла. Это так и задумано, между прочим. Чтоб он на тебя свалился и тебя обхаркал. Гаденыш. Тут тоже сейчас на меня свалится, да? Не. Нормально. Так, где тут еще что? Это у нас вот в другую локацию проход. Сейчас еще чуть-чуть. Пробежимся. Так. Еще тут где-то был проход. Подождите. Так, еще проход.
Это уже для подземелья ингредиенты, чтобы новые подземелья открывать. Так, нет, тут где-то был проход еще, закрытая дверь. Так, стоп, а где это она, закрытая дверь? Я ключ от нее взял, вот это, наверное, да? Не знаю, что тут есть, что-то нет. Вау, сколько чуваков. А смысл сюда было забегать? Не знаю, если честно говоря, зачем сюда забегать. А, сундук. Через эту дверь только можно сундук, что ли? Да нет, вот дверь. А, ну это для тьмы. Тьму мы не качаем с вами. Так, ну все, это мы назад вернулись, да? К этому чуваку, ладно. Это мы по кругу пробежали, все, погнали. Новую локацию. Сейчас там еще пушечку обгрейдим. На втором этаже мы будем попозже чуть-чуть. Тут есть второй этаж, и мы попадаем туда, когда определенного босса пройдем. Так. Вот тут есть кровавики, ребята, такие, которые нам надо. Нам надо еще три штуки, но я не помню, где они лежат. Методом тыка будем сейчас все собирать. Постойте, я фонарик не взял, японский бог. Надо обязательно. Да, эта локация такая дурацковатая чуть. Бинарные кроварики. Нет, вот здесь ништяк с левой стороны, точно помню, да. Ну-ка проверим с этим, с нашим вооружением. С одного удара и не убил. С одного удара не убил, блин. Тут как бы сокращенный путь к боссу. Вообще есть возможность, ребят, не бегать здесь, а просто сразу этот лифт активировать. Но я вам не покажу как. Не хочу. Мы будем как бы честно проходить. Тут будут два враждебных МПСика. МПСика. Самое главное, чтобы вот эта тварь меня не убила. Отлично, потому что тут уже двойные кровавики. Ёпанский, что-то я, честно говоря, не ожидал. Что-то я думал, что там будет то, что нам надо. Так, стоп, мне надо вот это вот. Мало ли. А, вот еще. Ну, это тоже хреновая. Так. Больше тут ничего. Нет. Тут сейчас два МПС враждебных прибегут. Вот смотрите, ты доходите до определенного места, и там он должен побежать. Чувак, вон он с факелом стоит. Сейчас я вам покажу его. Вон он стоит, МПС с факелом. То есть, если мы пройдем чуть вперед, вот он, видите, он согрелся и бежит на вас. Если дальше чуть пойдете, прибежит второй. Но они довольно-таки легкие, даже двое. Но второй стоит где-то вот тут, он прячется вот тут. Вот там вот он. Но они легкие довольно-таки, импрессивные. Ну как легкие. Оу! Чувак, ты офигел что ли? На карков. Ну да, лечиться ты не. Вон второй прибежал. Урод, блядь. А! Я даже не видел его. Ну, лохи, короче, для моей обкачки. Они ничего не дадут хорошего, ребят, дают. Ну, это нужная вещь, но на данный момент она нам не нужна. В любом случае, их надо убить. Варианта другого нет.
Не помню, ребят, где еще лежат эти караваники. Найдем. Вон там внизу что-то лежит. Сейчас туда и пойдем, сходим. Только что я видел здесь ништяк. А, понял. Подставочка, да? Так, стоп. Странно, почему такая фигня происходит. Вот черт. Очень опасное место. Хрена не помню, ребят, не помню. Да ёбанский бог, э! Ну, короче, тут херня, двойной кровавик, который нам нахер не надо. Да, посыпника. Не знаю, что это такое, ребята. Короче, тут ни о чем, да, дела. О, кстати, ништяк. Не зря я сюда пришел. Посмотрим, что он дает. Так, тут ничего. Вообще тут ничего, да? Не получилось, тут нету. Ладно, в другое место. Нам надо в другое место. Ну, будем считать, что мы без... просто так побежали сюда. Пирсник. Это место, ребят, я, честно говоря, сам не знаю. Но неважно. Мы тут побежали, бог знает, что тут ничего нет. Нам, значит, надо туда дальше бежать. Вот она, пожалуйста, это дурацкое место, блядь. Он мне просто перегородил дорогу, а я знаю, что тут бросают эти камни на.
Ладно, сейчас мы всех убили, пробежим быстренько сюда. Души 20 тысяч. Я еще ни разу не потерял души. Так, знаете, что еще можно тут? Сейчас посмотрим, есть у меня это? Есть, вот это поставим. Тогда эти хоть меньше будут кидаться, блин, уроды. Ладно, мы ничего не потеряли пока. Сейчас по Аберому пробежимся туда. Я примерно представляю, где это место. Мы где-то вот здесь прямо были. Вот тут мы вышли, блин, с подземелья. Этих мы убили НПСиков. Это здесь вот меня убили, они вот здесь вот где-то. Лишь бы найти это место, вот там ништяк должен лежать. Надеюсь, по мне не будут стрелять, уроды. Вот там вот где-то. Так, стоп, я не понял. Это хорошо, но где мой ништяк? Мои души где, блядь? Да японский бог, а! Да отстань ты! 20 тысяч душ потерял. Первый раз за всю игру. Блять, опять я застрял просто нахуй. Вот это называется лоханулся. Это я купился на вот этот маленького чудовища, который убегает. Побежал за ним. Нахрен он нужен? Он кроме одинарного кровавика ничего не даст. Все. Теперь точно не вижу смысла тут бегать. Раз 20 тысяч просрали. Сейчас сразу пробегаем мимо. На что нам надо туда, ребят, прямо бежать. Вот именно туда нам надо. Ой, блин. Так, блин. Говорю, вот это место, оно такое, скажем, на мой взгляд, одно из самых такой дебильных. Мной тем более не изученное оно. Я вообще не знаю, куда тут бежать, блядь. Да ёпси-бопсель, блин. Не может быть, чтобы он меня видел, этот придурок. Видите, они перегораживают. Тут вот, вот видите, тут нельзя пройти, блядь. Просто нельзя пройти, блядь. Они камни эти перегораживают тебе дорогу, блин. Че там, ништяка даже не дал никакого, этот придурок. Он свалился куда-то, да? Ага. А, ничего не дал. Ничего не дал, что ли? Это дело, блин. Компонент для... А вот это, что мы взяли, это компонент для этой самой... Ну, для подземелья, опять-таки, нужный ингредиент. Так, ну вот мы пробежали, ребят, нужную точку. Так, тут мы делаем с вами вот это. И делаем с вами вот это. И бежим с вами вот сюда, вот насколько я помню, блядь! Ни хрена не туда мы попали, блядь. Черт, я лоханулся опять очередной раз.
хрена нам не сюда, ребят, нам не сюда, блядь. Ай, я просто промахнулся, блядь. А теперь этот монстр убежал, да? Странно. Да он просто убежал, скорее всего. Тут здоровая ящерка, мне кажется, с нее падает. Ладно, мы сейчас сокращенный путь откроем. Вот тут я должен был, наверное, спрыгнуть, да? Вот так вот. Вот так вот я должен был спрыгнуть, да? Где-то вот здесь эта ящерка, блядь, была она. А не, подожди, я сюда спрыгнул. А, вот так вот я должен был спрыгнуть, блядь. И вот тут эта ящерка есть. Вот тут мы за ней должны были бежать и убить ее, блин. Ладно, меня. Все нормально, мужики, не расстраиваемся. Нет, туда мы не пойдем. Так, стоп. Тут, ребят, как вариант, тут можно. Тут я знаю еще где есть. Сука. Да, блядь! Как, блядь? Как я застрял, блядь? О! Да хрен с вами, блядь, урод! Ну как же так? Ну как эта игра играет? Вы понимаете, я никуда не могу двигаться, он... Ну хорошо, хоть взял. Просто ужас. Они зажимают тебя между этих камней, и ты ничего не можешь сделать. Так, сокращенный путь-то не открыл? Не открыл. Придется скип делать. Все, он душу просрал. Давайте скип сделаю. Потому... Ну, ребят, ну не хочу бежать по новой туда. Ну это просто ужасно. Сейчас мы просто туда спрыгнем. Я открою запасной путь. Но это получается, мне сейчас надо опять по кругу бежать. Ну просто ужасно, не хочу, а. Заодно покажу вам, как это можно сделать. Подходите вот сюда. К самому краешку. Ой. Стоп. И хоть движение вот такое. Блин. Тупорылая рожа, блядь. Надо выйти перед самым концом. Я не успел выйти. Ладно, сейчас сделаем, ребят. Сейчас покажу. Я его не делаю. Я редко делаю такую херню. Вообще раза два-три делал. Мужик. А у босса, кто бегает, тот делает вот этот скип. Я лоханулся очередной раз. Показал позорную вещь. Я просто затянул с уходом. Выходом из игры. Затянул с выходом из игры. Сейчас, ребят, сделаем. Выход из игры затянули мы с вами. Чувак, ну чего ты? Ну вставай, ёпанский бог. Ну как же так? Ты стоишь в самом конце. Почему ты не упал? Да я напал. Я сейчас так спрыгну нахрен. Не обязательно садиться, это чушь. Я лоханул за серию, блядь, хоть ты перезаписывай. Второй раз разбился на этом месте. Уже забежал, добежал до туда. Ты идиот. Чертов.
Да пошел ты! Черт, я тебя даже не буду убивать. Рановато. Чувствую, рановато. Сейчас, ребят, сейчас все получится. Ага, получилось, блядь. Получилось, блядь. Получилось, мы с вами в текстурах остались. Ай, чувствую, сейчас буду лететь вниз постоянно. Но это вот не везет, не везет. Так, сколько у нас с вами кровавиков? Два мы взяли, три взяли. И два было. У нас уши есть. Так, стоп. О, я умер. Ну и ладно. Не пускай. Движение я не могу сделать. Ладно. У нас уже есть, но хочется, конечно, чтобы тут уже больше не бегать. Открыть. Открыть проход боссу. Потому что у нас, смотрите, Лоренса мы можем убить. Можем убить вот Агнедала уже можем убить. Можем убить Тени Ярна мы можем убить. Не, ну не может же это убить, чтобы я так лоханул. Не может быть. Так, делаем так, смотрите. Нам главное упасть на лифт. Да почему? Не получается. Ёпловский бог, вот это номер. Я вообще лоханулся. Я раньше делал его легко, блин, вообще, за секунду, блин. Я вообще сейчас не смог выйти даже, блин. Сейчас все было, только кнопочку нажми. Как медали не хочет меня пускать. С такой обкачкой мы медалу убьем за секунду. Но. Ладно, ребят, мы ничего не теряем. Мы уже 20 тысяч просрали, честно, вот так говорю. Первый раз просрали мы 20 тысяч. Но это по моей тупости и глупости. О, блядь. Сейчас должно получиться, не думая нам. Не думая, быстренько. Должно получиться, мужики, должно получиться. Не может такого быть, чтобы не получилось. То я слишком много внимания уделяю этой херне. Сейчас. Давай быстро, получись. Я устал. Да. Ага, понял. Ну как так? Я опять в текстуры попадаю. Все, тогда не буду делать, ребят. Ну-ну. Давай тогда пробежим. Откроем лифт, как положено. Заодно черепашку убьем. Ну, это потому, что это просто ужасно, блин. Что-то не получается. Я в текстуры попадаю. Ну да, я в текстурах, мужики. В текстурах. Вон он, лифт, видите, мы раньше времени вышли из игры. Опять же я. Видите, я опять умираю. Ай. Так, у нас серия у меня еще 10 минут где-то есть, чтобы записать. Еще раз говорю, с плойки пишу, ребят, значит, у меня 55 минут где-то в среднем серия должна быть. Давайте мы сейчас добежим до туда, тут, в принципе, быстро. Ну, просто уже надоело, блин. Ну, раз я тупорез такой, что сделаешь? Ничего не поделаешь, мужики. Тут еще дофига, тут есть другая возможность по-другому пробежать, но я уже, блин, не хочу, на. Не получается у меня этот скип, ладно. Будем считать, что я лоханутый. Знаете, почему не получается, кстати, скип? Я вам скажу, почему не получается. Да потому что я пообещал, что никаких скипов в этой игре, гличи я делать не буду. Ну, а раз ты пообещал что-то, да, то изволь выполнять. Так, стоп, нам туда или сюда? Что-то не... Нет, нам сюда. Насколько я помню. Ого!
Слушай, чувак. Да ты, блядь, блядь, охренел, да, блядь. Отстань, придурок. А может и не сюда, я не знаю, если честно. Может нам и не сюда, блядь. Ты какой-то цирк там. Что-то мне это очень не нравится, что мне как будто не судьба тут лазить, ребята. Умираю, ну как лох, ну какое-то легкое прохождение. Легкое прохождение мне. Цирк вообще. Я просто взбешен, блядь. Я просто взбешен. Я уже сейчас нервничаю, нахуй. Нет, все. Не буду никуда бегать по сторонним местам. Тут, по идее, мы должны еще в одно место сбегать, ребят. Чтобы вот этот паук нас бросил вниз. Ну, это так муторно. Это, кстати, ничего особо не дает. Он там даст какую-то хрень. Отстань от меня! Привязался в черт, блядь! Короче, чтобы попасть в босса, нам надо вот сюда прямо, ребят. Я сейчас опять пошел куда-то не туда, блядь. Вот к тому монстрику нам надо пройти, который нас кидает камень. И там будет это... Да, блин, ну чего такие уроды, а? Вот сюда вот проход, это к боссу. Ни с кем не будем драться, нахуй. Блять, это одна осталась, но она мне еще пригодится, но она. Так, вспоминаем, куда нам надо. Так, вот сюда надо. Так, стоп. Эту сразу. Сюда надо. Вот она чуть мимо не пробежала. Сколько даст? Вот еще два дает кровавик. Видите, вот я говорю, что мы ее проморгали сами. Не буду я ни с кем тут драться. Стоять. Ах ты тварь. Маленькая карлик, блядь. Сейчас нам главное с вами сейчас открыть проход, мужики. Открыть проход нам надо с вами. Как так? Ну как же так-то? Это какое-то издевательство в натуре надо мной. Вот он мой лифтик. Лифтик. Лифтик, 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 на который мы падали вечно. Что там есть что? Штики еще есть. Тут мы уже убили. Ребят, там может какие-то ништяки есть, но я не хочу. Агмедала вон туда. Сейчас я покажу, где. Агмедала. Агмедала — это босс этой локации. Вот тут он сидит, но мы к нему сейчас не пойдем. Мы еще плюс один пушку. Я даже с такой обкачкой ее очень легко убью, ребят. Очень легко убью. Но мы с вами не пойдем. Просто принципиально не пойду, тварь. Лоуренс, Агмедалу, это все попозже. Сейчас мы пойдем с вами еще пушку апгрейдим и побежим, наверное, все-таки тени ярному убивать. Потому что в следующей серии, вернее, побежим. Запретный лес тоже такой дотошный. Он здоровый, блин. Хрен поймешь, куда бежать.
Так, ну что, смотрите, мы с вами просрали 20 тысяч душ, и плюс 8 у нас пушечка будет. До теней ярного плюс 8, нормально. То есть мы можем, по идее, апгрейдить еще на плюс 1. И это мы сделаем до он реборна. То есть убьем мы Рома, теней ярным Рома, и он реборна убьем. Даже до он реборна мы уже с вами сделаем, наверное, пушку. Плюс 9. Короче, очень легко. Так, сейчас камешки давайте посмотрим. Мы новых там нашли несколько штук. Так, у нас 115. Ничего, по второму камню пройдем сейчас. Прямая атака, атак народ. Чудовищ. В принципе, вот это вот можно заменить, да. Атака все-таки просто оттенка. А вот эти что дают? А, ну это вот именно молнию добавляют. Ну это вот полуосенина. Ну вот это можно попробовать. Кстати, вот, честно говоря, плохо знаю, что это дают. Давай вот это поставим. Какая одна разница? Ну это ни о чем не вещь. Так, кстати, мы там кое-что еще нашли. Что тут? Больше 20 отпавших. От смерти не так. Движение физическое. Ну-ка, от смерти не так. Так что мы там нашли с вами? Ртутных пуль, пузырьков. Так, это не надо. Больше 20 отпавших это стоит. Медленное отравление уже не надо. Снижение огненного повреждения. Ничего себе. Кстати, вот эту можно поставить, хрень. Это, так. Огненное повреждение. Это будут, кстати, вот эти, как их, нам будут. Так, давайте вот эти купим, штучек 5. Ничего нам не дают. Гранатки хочу купить. Подождите, сейчас я что-нибудь тут продам. Так. Здесь и гранаток. Ну, в принципе, все у нас есть с вами. Все, ребят, эта серия, наверное, мы сделаем так. Смотрите, мы сделаем как. Тут у нас, ну-ка, смотрите, главный собор. Наверное, еще пока можем ходить. А, кстати, к этому не ходил. Ну-ка, ради интереса, подождите. Может, он... Сейчас схожу сюда быстренько, секундочку. Как-никак квесты вам все-таки хочу показать. Давай, крузись быстрее, ёпусь-мопс. Не, еще пока. Он уже, короче, помирает. Все, я с этим товарищем. Ну, пока живой, он умрет потом. Так, значит, тогда мы, ребят, с вами идем в запретный лес. Значит, давайте заходить с того, что тут мы босса убили. Вот тут босс у нас. И вот тут босс у нас. И запретный лес третий босс. Ну, плюс 8 пушка. Все, ребят, нам вон туда надо бежать, изучать эту локацию или просто пробежать, плюнуть. Потому что тут, в принципе, из таких кровавиков, кажется, один лежит. Кстати, у нас они, сейчас посмотрим, сколько у нас их осталось. Вот у нас один есть. В этой локации, кажется, один всего лишь лежит. То есть нам надо уже с вами 8.
То есть он нам ничего не дает. Локация такая длинная, громадная, блядь. Ее изучать желания, если честно говоря, нет. Очень большая локация, блядь, так неохота изучать. Поэтому я ее, наверное, в следующей серии пробегу. НПС, вот тут один НПС есть, вот здесь стоит, вот в этом здании он находится. И все, в принципе. И мы пойдем босса убьем здесь. Прямо вот так вот. Покажу, как его легко убить. При такой обкачке вообще элементарно убьем. Потом убьем, наверное, Рома, сходим, прокачаем до плюс 9 пушку, и потом уже пойдем Лоренса, Агмедалу убьем за 2-3 удара, блин. Он и не идет, а? Вот тварь хитрая, потихоньку с одного удара уже убивается эта херня. Ладно, на этом все, ребят, у меня время поджимает, давайте, всем счастливо, пока.